Федеральный проект «Народный контроль» реализуется в нашей стране с 2010 года. С целью защиты прав потребителей в рамках проекта регулярно проводится мониторинг в сфере потребительского рынка, экспертиза товаров и услуг, рейды по выявлению и пресечению нарушений. В кинотеатре «Искра» на днях прошло расширенное заседание Общественного совета партийного проекта «Народный контроль», куда съехались представители всех отделений партии «Единая Россия», чтобы подвести итоги, обменяться опытом и наметить перспективы развития. Народный контроль, он нужен для того, чтобы найти какой-то, так сказать, баланс между производителями, между продавцами и потребителями. И здесь ничего в практике нового придумать невозможно, здесь нужно привлекать общественность. Мы должны идти в города, мы должны идти в поселки, мы должны идти там, где люди, вместе с людьми обговаривать эти темы и опираться, так сказать, на их мнение, позиции, чаяния, вместе с ними идти вперед дальше. В Ленинском муниципальном районе проект реализуется с 2013 года. За первое полугодие активистами было проведено более 40 мероприятий, в том числе 20 рейдов по выявлению просроченных товаров в магазинах, по пресечению продажи контрафактного алкоголя и продажи несовершеннолетним. Проверено 162 подъезда, отремонтированных в рамках программы «Мой подъезд», 53 детских площадки, более 30 социальных объектов на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями. Постоянно стимулируем наших сетевиков, в том числе, чтобы они не нарушали и законодательство, и четко для себя определяли, что есть кому за ними смотреть. Есть практики, которые мы не применяли. Допустим, мы сегодня услышали такой в рамках народного контроля вопрос, связанный с безопасностью улиц. Мы себе возьмем обязательно на вооружение. По итогам работы Ленинский район вошел в тройку лучших по Московской области вместе с городскими округами Химки и Люберцы. Их наградили грамотами и памятными подарками. В первую очередь мы смотрим, насколько откликается на наши задачи местное отделение, потому что к нам стекается очень много обращений именно на социальные сети народного контроля, именно в региональную приемную партии «Единой России». И, соответственно, как бы мы должны немедленно реагировать и оперативно, соответственно, решать проблемы жителей, которые к нам обратились. Всего за отчетный период в рамках партийного проекта «Народный контроль» было проведено 531 мероприятие во всех 67 муниципальных образованиях. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.